Пойду дальше. Почему-то остановилось у меня видео. Думала, память закончилась. Хотя, в принципе, не должна была. У меня на этом телефоне побольше памяти, чем на предыдущем. 64 гигабайта, по-моему. На этом. Интересно, почему нет туристов? Я думала, здесь будут прям толпы. Некоторые магазины прям вообще пустые стоят. В смысле, народу там нету. Никого. Машин нету. Куда все делись? Я думала, я одна такая, иду посреди дороги. Все так гуляют. И какой-то винный пивной магазин. Ну тут везде какие-то коробки лежат пустые. Выносят мусор, что ли. Кафешка. А до этого мы искали кафешку, чтобы вот так тоже на улице сидеть. Ничего, мы... Все было занято. Такие огромные. Вот они вроде двухэтажные домики, но вот получается дверь, а окон-то нету. Где окна? Окна только наверху. И огроменные высоченные двери. Там что вообще дверь наверху делает? Двери огромные. Опять деревянные балконы. Очень высокие двери. То есть, наверное, тут до 2 человеческих роста получается. Там что-то, я не знаю, Депорте Лагунеро, Ла Лагуна, Сан-Кристобаль де Ла Лагуна. Вон, хорошенькие балкончики. Ветер дует, он такой теплый. Ну вот я опять вернулась к этой церквушке. Не знаю, куда пойти, чтобы не пустая улица была. Каса Суарес. Ну, вот много таких кафешек маленьких. Там 2-3 столика на улице ставят. И внутри несколько маленьких столиков. Места мало, маленькие. Так. Очень интересная местность. Балкон красивый. Все мило улыбаются.
Что это за здание такое странное? Ограничение скорости. Ну не дуди. Где я пропускаю? Касса Микаэла. Узкие тротуарчики. Вот опять дверь. Вон она. Ну тут точно два моих роста будет. Все высокие двери. Вот, если я встану к двери, вот я рукой дотронулась, и она вон куда еще идет от моей руки. И ничего интересного нету вот на нижнем этаже, вот эти высоченные двери, и нету окон. Окна-то они вот там все. Окна располагают вообще, по-моему, как хотят. Тут прям затишье. Ничего нету. Ни кафешек, ни магазинчиков. Шла женщина с коляской, мне чтобы ее пропустить, пришлось спуститься на дорогу. Рамы. Там, наверное, люди в квартире. Что он тут около окон делает? Тут аж вообще вон дверь чуть ли не высоту всего здания. Куда здесь можно пройти? Все дома тоже 2-3 этажа. Они, наверное, квартирные. Не отдельные. Ой, вообще какой маленький домик. Вот это уж точно, наверное, отдельный домик. Вот этот вот серый. Хотя непонятно. Узенький. Узенький. Ну, все такое цветное домики. Обычно эти всякие южные острова, вот эти любые южные местности, здания такого бывают обычного цвета. Желтенькие, беленькие, бежевые. И такой цвет они используют это для отражения солнечных лучей, чтобы не так жарко было в помещении. А тут они какие-то все разноцветные. Красные вон есть, и зеленые, и серые.
что-то. Наверное, туда пройдусь. 25 градусов показывает. Но нету 25, прохладнее. Может, 20-21. Не есть лагуна. Как туда попасть? Машины. Куда нужно пройти? Не знаю. Вот вход какой-то. Птички. Вон они где сидят, чирикают. Голуби. Наши обычные голуби, ты боже. Ой, какие. Ой, козочки. Канарейки. Канариус, Изабеллос, попугайчики. Канареечки. Ой, какие красивые. Ой, боже, там курочки сидят, петушок. Ой, какая красивая, да. Там опять куры, улицы и петухи. Не написано почем. Какой-то рынок. Интересно. Я, конечно, это ничего разглядывать не стану. Все равно я не понимаю, куда я попала. Вот эти деревца стоят, то ли лайм, то ли что. Так они украшают город к Рождеству. Ой, а вот эти вот товарищи, они, по-моему, везде играют. Это называется Ла Лагуна как раз. И что здесь интересного? Сейчас против солнца. Thank you. Ese mismo día lo podemos...
сидят с открытыми окнами. Немножко я как-то пошла, не совсем понимаю, где мне надо выйти, чтобы вернуться к этому собору. Там. Но снимать нельзя внутри. Санта-Клара. Наверное, какое-то консульство. Флаги. Хотя, может быть, это что-то местное. Балкончик. Знакомый. А, что я не поняла? В общем, я немножко заблудилась. Это Джо. Там какие-то продают фигурки. Thank you.
Небо такое прям насыщенный синий цвет. Красивое. Писаверсу. Ага, все. Больше я не заблудилась. Нашла. Вот там этот собор. Подъезды. +25 показывает. Хотя, если бы не было ветерочка, наверное, так оно бы ощущалось. Да. Вот голуби. Бесплатно. И где там, по-серьезно?